форуме принимали участие представители разных поколений. Юные патриоты могли задать вопросы героям послевоенного времени. О важности подобных мероприятий рассказала директор Департамента социальной защиты населения Ирина Шувалова. Я абсолютно убеждена, что такие мероприятия просто необходимы. Они необходимы прежде всего для того, чтобы мы знали, кто такой герой России, кто такой герой Отечества, как важно это для молодежи, ну и дальше развивать это направление. Почетный гость форума, герой России Валерий Горбенко, отметил, что подобные мероприятия помогают укрепить связи поколений и лучше понять друг друга. Интересно послушать, чем сегодня дышит наша молодежь, как она занимается, как она понимает сегодняшнее время. Форум организовали при поддержке Департамента соцзащиты администрации города. Артем Тарасов, Александра Дурановская, Юрий Друзякин, Дон-24, Ростов-на-Дону.